Расправь крылья, Сюнин. Нужно быть осторожнее.
Нет! Нет! Придется подлатать.
Ben qual barico. Si tu prendere, dammi troppa di zeste in massa, a che deve finire? Покажи мне. Thank you.
А, проклятье! Не стоит привлекать внимание.
нас полно стражников. Гляди, вон там. Ты видела? Мандио. На крыше часовни. Да, вижу. Дух святого Германа. Так это правда. Я в обморок упаду. Хватит кудахтать. Это просто тень. Или... Нет? О, и сама не знаю.
Поздно ты прилетел, Ворон. Дракары на берегу. Они точно лебеди. Скорее, волки, что чуют страх жертвы. Да, это не набег. Что будет, когда мы прорвемся за стены? Ты же видела битвы, раны, смерть. Да, но ведь там, в городе, есть дети. Им некуда бежать. Когда ветер дует оттуда, я слышу их смех и игры. Не обязательно будет бойня. Может, мы убедим франков сдаться. Хотя я не знаю, как это сделать. Скажи это Сигфриду. Что сказать? Все видят нашу мощь. Возьмем их серебро, заключим договоры и отплывем домой. Так мы добудем богатство и славу. Парижских франков возглавляет граф Эд? Да, он защищает город и ищет знатных союзников. Я могу с ним поговорить. Хватит болтать. Высокий сказал, лучше живым быть, нежели мертвым. Живой наживает. Что, вспомнил речи все отца? Я сожгу Париж. С тобой или без тебя? Мало ты потерял тенов. Хочешь править пустошью? Ступай. Выпроси у Эда его серебро, коль сможешь. Смогу. Только где искать этого Эда? Может, ты найдешь его след близ Понта Массера? Но действуй скрытно. Это земля врагов. Имей в виду, Эйвор, Эд не хлипкая тростинка. На ветру не гнется. Интересно.